Внимание! Чего-то там. Внимание. 9 Чилд Стрит — это типа улица 9 детей. 9 детей на улице. 9 детей улицы. Все понятно. 9 детей улицы, короче, игра называется. Окей. Новая игра. 9 детей улицы. Нажмите на любую клавишу. Клавишу, блядь. Кнопку. А громко такая, громко. А потише было сделать. Ну сейчас, короче, катсцена пройдет, сделаем тише. О, у нас нет руки. Мы, короче, очнулись опять в каком-то доме, да, и у нас нет руки. Замечательно. Так, где? Подожди. Громкость. Вот так вот где-то, короче, сделаем. Да, примерно вот так вот. Чтобы вы слышали и, типа, это. И я слышал все. Где? Где? Ой, а что такая сенсата? Чуть-чуть убавить. Вот. Ну, примерно вот так. Ладно. Хорошо. Погнали. Выбраться из дома. А субтитры такие маленькие. А они не настраиваются. Окей. Субтитры маленькие. Что это у нас? Я играю за ребенка или что? Надо выбраться. О, высоко. Не прыгай. Коробка с мухами. Слишком высоко, нужно найти веревку. Это у нас что? А, я играю за ребенка. Все, я вижу. Я увидел свою тень, я играю за ребенка. Окей. Поэтому игра называется «Улица 9 детей». Или «Девятая улица». «Девятая улица 9 детей». Это что? Дверь привязана. А к там ножницы лежали. Я же их могу взять или не могу? Я могу сесть? Что? Нет, не могу. Ой, я растриг. О, я вышел. Хорошо. Бутылки. Исследовать дом в поисках веревки. Окей. Бибизянка. Что тут делает моя любимая игрушка? Она за тобой следит. Твоя любимая игрушка за тобой следит. Так, короче, сначала обследуем верхний этаж, потом пойдем вниз. Гробы. Бинокль. Не берется. Темно опять, как у негра в жопе. Вообще ничего не видно. Что? Там кто-то дышит. А эта дверь не открывается. Я тебя понял. 9 улиц детей, 9... Там что-то было написано. 9 Чилс Стрит. 9 детей улиц. Скорее всего. Так, тут завалено все, да? Окей. За дверью есть веревка, я могу открыть ее с помощью отмычки. Хорошо, ищем отмычку. А что такие картины-то страшные? Крыска. Крыска Лариска. Похоже, я не видел того. Лучше не шуметь. Окей. Шуметь не будем. Там кто-то что-то делает. Надо найти отмычку. Где-то. Где найти? Тут скребется где-то. О май гад. Это что такое? Я не прыгнуть ничего не могу. Ни шкафы, ни ящики не открываются. Свет на соседней улице.
Вот, вот это что лежит такое? Вот это же я уже могу... Это какие-то скрепки, что ли, или что? Почему я не могу их взять? Моргает свет. Ее можно использовать как отмычку. Пойдем. Веревка. Ой, блядь. Ты кто такой? Нужно убегать. О, бежит. Так, все, вылазим. Бля, только не говори, что это конец. Это было бы слишком легко. О, мы упали. Мы упали и умерли, да? Замечательно. И... Чилл-стрит. Детская улица. Дом номер 9. Вот оно, в чем прикол-то. Детская улица, дом номер 9. КПК. Да я же видел, как загорается свет. Я видел силуэт человека. Я пока нас смотрел. А в заборе есть дыра, через которую я наконец-то что-то, наверное, могу пробраться. И положу конец этой тайне. Карта? Нет. А... Привет, мама, привет, папа. Если вы читаете это, я ушел в тот странный дом, о котором постоянно говорил. А вы видели те фотографии, которые не хотели видеть, ругали меня, запрещали мне ходить туда, а поэтому мне пришлось идти туда ночью, втайне от вас. Я хочу утаить свою... Уманить, утаить свое любопытство и перестать вечно думать об этом доме. Люблю вас, Армин. Армин Ван Бюрер. Так, пацан неплохо живет, у него есть комп. Отлично, у него своя комната, причем большая. Причем она гигантская. Поющий пингвин. Мигающий свет. Ля-ля-ля-ля-ля. Ничего не играет. Ладно, кипон. Кипон одень. Одели мы кипон? Да, мы одели кипон. А родители спят, лучше вылезти через окно, чтобы их не разбудить. Окей. Погнали. Этого зайчика мне подарил тот самый сосед. Сначала нужно взять кепку, рюкзак и игрушечного зайчика. А я кепку взял, зайца взял, а рюкзак... А рюкзак у нас где? Я вот не вижу его упор. В шкафу? Да в натуре в шкафу. Фотографии. Нифига себе, у меня шкаф, я даже могу зайти туда. Окей. Закрыт он. Задняя дверь должна быть открыта. Пойдем. К задней двери. А тут у нас что? Фонарик. Окей. Мы взяли фонарик. Инструменты у нас не берутся. Нажмите F, чтобы включить фонарик. Батареек нету? Нету. Зашибись. Значит, фонарик вечный. Ладно. Идем. Мы, короче, играем за пиздюка. И идем в тот странный дом. Как туда попасть? А, вот, дырка в заборе. Сохранение.
А вот и начинается хоррор. А вот и начинается хоррор. Так. Ну, через двери нас стопудово не пропустят. Я же говорил. Придется искать где-то другой вход. Через окна. О, дверка открылась. Нифига себе. Заскриптованные заскрипты. Салфетки валяются. Ну, по крайней мере, оптимизация в этой игре уж точно не подкачала. О, лампочка сгорела. Зашибись. Ну, везде, короче, одинаковые картины висят. Что там, что тут. О, бутылки, так. Через бутылки ходить не будем, потому что они гремят. Телевизор включился. Можно выключить? Нет, нет, нельзя, ну и ладно. Нельзя так нельзя. Пофиг. Тут тоже шкаф валяется, офигеть. Страшные дети. Ну, я хожу кругами. Как пройти-то? Как пройти на второй этаж? Там кто-то прятался за диваном. Я кого-то видел. Ты кто, выходи? Я не могу сесть. Должен, значит, сработать какой-то скрипт. Что с картиной не так? Сын у меня там бегает. И чё? Куда идти? Алло, игра. Она меня никуда не выпускает. Она меня не пропускает дальше идти. Может, надо этими бутылками грохотнуть? Нет? Бесполезно? Может, надо телевизор выключить? Я пробовал, кстати, выключать, он не выключается. Да, он не выключается. Очень странная, короче, херня. Но я не понимаю, куда идти. Мертвая собака. На фотографии мертвая собака, офигеть. Зачем они сфотографировали мертвую собаку на Красной Поляне? Ужасы нашего городка. Кто-то опять сейчас будет выглядывать, нет? Вон выглядывает. Вон, я вижу тебя. Я вижу тебя, чувак, открой дверь мне. А, лестница тоже та же забаррикадирована. Да это понятно, что она забаррикадирована. Как мне попасть на этот второй этаж? Что надо сделать для этого? Тут не открывается. Может, где-то какая-то лестница есть там, типа это, раздвижная, подъемная. Что надо сделать? Здесь тоже ничего нельзя сделать. Ничего понять не могу. Алло, игра. Алло, игра.
Ну и скрипт не срабатывает, да? А должен. Должен сработать скрипт, чтобы я куда-то пошел. Что я должен найти в этом доме? Туалет. Может, какие-то есть потайные двери, потайные лазы. Вообще ни хрена не работает. Алло. Ну ты бы вот залез бы на тумбочку, перелез бы этот через шкаф, и мы бы прошли бы уже туда давно. Очень странный чувак там стоит. Я не понимаю, куда идти. Надо попасть на второй этаж, туда, где моргает свет. Качельки. Наручники на качелях? Что-то новенькое. Так, тут двери нету. Вон там была одна дверь. Сейчас мы ее проверим. О, да. Найти комнату со светом на втором этаже. Пойдем. Пойдем во второй этаж искать комнату со светом. Монтажка нужна. Забаррикадирована. Туалет. А, мы здесь забирали скрепки, кстати. Да? Да. Глазик. Нифига себе, как отчетливо сделан. Глазик. Какой псих собирал эти картины все? Вообще непонятно. Закрыто. Дедушка и внучка. Так, кухня. А вот здесь устоял этот чувак, да? О, комната со светом. Так, тут тоже заколочено все. Сейчас будет скримачина. Стопудово. О. Фу, какой мерзкий запах от этой двери. Откройте дверь-то мне. Да ладно, системники так не вырубаются, что пиздеть-то. Ой, и здесь нет. Все, ждем, короче, пока сработает скрипт.
Надо, наверное, 25 миллионов раз нажать на дверь, чтобы она открылась. Но при этом ничего не происходит. О, ключ! Так, ключ от красной двери, да? Нет? Похоже, это половина ключа. А, это половина только ключа. А вот и дверь открылась. Пойдем искать вторую половину ключа, чтобы открыть красную дверь. А где у нас находится вторая половина ключа? Половина у нас есть. Надо, короче, все, прям вообще все обсматривать. Каждый угол. Залезть в каждую дырку. Найти вторую половину ключа и потом открыть гребаную дверь. Где она может быть? Он там кто-то стучится. А это мячик стучится. Окей. Спасибо, мячик. Спасибо тебе, мячик. Ой, там стоит кукла. Давай я тебе открою. Поможешь мне найти ключ? Вторую половину. Или закрыть тебе? Нет, давай я тебе открою. Помогать мне будешь. Ты же мой друг, я надеюсь. Ты не будешь меня пугать. Бегать за мной. Вставлять мне палки в колеса. Что ты делаешь еще? О! Там какой-то чувак стоит. Здорово. Половинка ключа. Тут какой-то проводили ритуал, что ли, или что? Ой, ты шевелишься, да? Давай поиграем, мячик. Ладно, я тебя оставлю, короче, открытым, но ты это, не шели. Иначе я приду и закрою тебя. Обратно. Все, пойдем. Вот здесь, наверное, вторая половинка ключа лежит. Но как туда залезть? И кто нам выдвинет всю эту хрень оттуда? Непонятно. Ты все еще стоишь? Ну ладно. Ничего нету. Ничего. Чувак-то там стоит все еще? Да, стоит. Ладно, пусть стоит. Шоколадный глазик кореш. Закрыто. Как мне попасть-то, блядь, туда? Алло. Игра. Игра меня не пускает туда. Здесь, кстати, в прошлый раз шторка была, теперь ее нету. Пойдемте на первый этаж. Что делать? Что делать? И на первый этаж. Ну, пока я не вижу вторую половину ключа и вообще не понимаю, что игра от меня хочет. Вот эта вот комната с мечом, да? Которая открылась. Что-то надо было сделать. Там вообще ничего не было. Там не было никаких... Абсолютно никаких... действий. Везде у них, короче, бинокли стоят. Они везде там подглядывают. Ну, чувак, короче, не шевелится. Я не знаю. Может, на кровати что-то есть? Нет, ни хрена тут нет. По-любому у чувака есть что-то. Чувак, что-нибудь мне дай. Или я тебя закрою? Ладно, пойдемте на первый этаж.
Может быть, на первом этаже что-то открылось? Заперто, по идее, эта дверь ведет в подвал. Ой, какой красавец. Видите, да? За света много, фонарь светит слишком ярко в центре. Я тебя видел. Можешь не прятаться. Я тебя видел. Коробка спицей. Вилки, ложки. Кто-то что-то варил и не доварил. Варено, но не доварено. Ой, я могу убрать сюда стул. Там шкаф теперь лежит, а там не было же шкафа. Засада. Только, короче, через улицу переходить. Но если сейчас мы здесь ничего не найдем, мы пойдем обратно в главное. Короче, обратно в ту дверь. Короче, на улице и обходить дом, и тут дверь. Там искать что-то. А что искать, пока не понимаю. Но здесь я типа вообще все сделал. Тут больше делать нечего. Только единственный вариант это, ну, выходить на улицу. Подвал нас еще не пускают. Я так думаю, что красная дверь это будет финальная, короче, дверь. Я так подозреваю. Пойдем, пойдем вокруг дома еще раз. Может быть, где-то есть окошки открытые или еще что-то такое. Короче, просто какие-то ящики. Бочки, ящики. Ящики, бочки. А, ну вот я обошел, короче, дом вокруг. Здесь дерево, я не могу пройти. Да, я не могу пройти. Мне, короче, надо идти обратно теперь. Ёлки-моталки, это капец, как вокруг обходить много. Ну, зацепляюсь за углы. О! Что происходит? Как я забыл в доме кепку, нужно забрать, а иначе мама меня убьет. Пойдем. Пойдем за кепкой. Хоть что-то стало происходить в этой игре. Улица детей 9. Улица детей. Так, кепка. Так, я теперь могу, короче, ходить тудым-сюдым. А в прошлый раз здесь лежал шкаф, а почему сейчас его нет? Окей, короче, мы идем на кухню забирать кепку. Или это была ванна? Нет, это был зал. Красная записка. Ахахахаха. Поиграем? Что там происходит? Куда ты побежал? Это моя кепка. Пора убегать, пока не стало хуже. Здорово. Слушай, я тебя не закрывал, а ты меня закрываешь, алло. Это ай-яй-яй. Я тебя не закрывал. Если что. Пора убегать, пока не стало хуже, но мы типа не из трусливых же, да?
Ну, эта дверь так, короче, это, и не алё. Если тот пацан, короче, вышел отсюда, да? Да, он вышел. Может быть, он где-то оставил вторую часть ключа здесь? Нет? Нигде не оставил. Короче, значит, нам надо выйти на улицу и пойти домой. А дома будет происходить какая-то хрень. Я не в эту сторону иду. Нам надо в другую сторону. Зачем ты все время выглядываешь? Чего ты от меня добиваешься? Вторую половинку ключа мне дай, и я отсюда уйду спокойно. И все, никаких претензий к тебе. Не будет. Никогда. Камин. Что-то с камином? Так, а тут что-то изменилось? И тут вообще ни хрена не поменялось. Пошли, короче, все домой. Все. Возвращаемся домой. Что это? Ну ничего не происходит. Но навряд ли нас сейчас выпустят, короче, это из дома. А ну естественно, естественно. Что нам надо? Что там? А и вообще ничего не видно. Надо, короче, какое-то кодовое слово найти или что? Тут нам игра сказала найти. Вот что? Непонятно. Надо найти, короче, какие-то фигурки и поставить туда, чтобы собрать какое-то слово. У нас там была надпись типа «Поиграем». Я говорю, ну давай поиграем, а херли нет. Херли бы и не поиграть. Поиграем. Ты да я, да мы с тобой. Вместе будем играть. Только я не понимаю, где их искать, эти хрени. Очень странная херня. О, холодильник открывается, нифига себе. Я могу что-нибудь тут взять? Кстати, ничего нет. То есть, вернее, ничего не берется. Ничегошеньки. Дверь в подвал так и не открывается. Ладно, пойдем на второй этаж в игровую комнату. Может, скрипт сработал, там что-то появилось. О, заколочено окно. Оно, кстати, не было заколочено. Я мог запереть себе. Что ты улыбаешься? Заколотила монище, да? Ну ладно.
Ну, я не понимаю, где искать эти хрени-то. Рогатая башка. Может, картины надо крутить, вертеть? Нет. Блять, нелогично. Где что искать? Хуй знает. Вот здесь вот у нас заколочена дверь, за которой я не был. Туда никак не попасть. Почему? Может, стиралка открывается? Нет? Нет. Вообще ничего нет. Камин изображен. Вообще никаких действий нету ни с какими объектами. Что за бред? Что за бред? Что за бред? Пройтись по шкафу не могу. Бля, шкаф вообще мешается. Подвал-то открыли мне? Нет, тоже не открыли. Ухонька. Непонятно. Непонятно. Что он мне хотел показать в камине? Ничего. О! Вторая часть ключа. Пойдем наверх. Вот. Я еще обратил внимание, что фотография камина прям выглядит нормально, не так, как все. А там, оказывается, лежала вторая часть ключа, и мы могли бы давно открыть ту красную комнату. Пойдемте теперь ее открывать. Сейчас мы, короче, ее откроем, и там, наверное, нам дадут какую-нибудь одну, либо две эти штучки, с помощью которых мы можем снять одну, типа, по цепи. Ёбаный стыд, хочу к маме. Пиздец. Отдай мне эту букву, чувак, я тебя молю. У него ног нету, он еще лысый, блядь, ёбаный. Что происходит? Хочется кушать, давай я принесу еды с кухни. Я соврал тебе, когда орал, зовя на помощь, из-за этого он пришел зашить мой рот. Теперь я не могу кушать, у меня начинают падать волосы. Я не ел неделю, Коша стала гнить. Я тебе принесу еду, так ты, типа, все равно умрешь. Чувак, у тебя зашит рот. Это пиздец. Ну, я пошел на кухню за едой. Все, чё? Я принесу тебе еды. Какая-то жесть. Не страшно, а, типа, это мерзко. Пицца лежит. А чё я принесу тебе из еды? Я не могу не съесть ничего. Как взять пиццу? Алло, игра. А, или вот. Короче, сейчас я принесу ему еды, отдам. И он мне отдаст одну буковку. Что-то происходит.
Но мне похуй, я иду. Я никого не боюсь. Я уже обошел весь дом на 15 раз. Тут никого не было, кроме одного чувака, который шел. Видимо, мне надо будет найти 9 детей или что. Бля, чувак умер, пока я ходил. Ёбаный в рот, чувак. Прости, я долго шел. Да, конечно, жестко. Чересчур прям. Чё там написано? Балерина, будущее. Большая балерина, что-то будущее, берегись. Ты хорошая балерина, у тебя большое будущее, береги себя. А-а-а, она типа хотела стать балериной, а тот, кто ее украл, он отрезал ей ноги, пиздец. Ну, блять, это нихуя не детская игра. Это хреново. Ребенок хотел стать балериной, блять, а умер в чулане в каком-то на цепи без ног. Охуеть. Нахуя? Хуй знает. А точно сюда? Че там, замок у моего... Ой, блядь. Да ладно, это было не страшно. Али. Так, там загорелся свет. Одну букву мы нашли, и дверь теперь не открывается опять. Замечательно. Бля, я думал, это будет короткая игра, она, оказывается, нифига не короткая. Если это будет не короткая игра, мы тогда в последний хоррор-то не сможем поиграть. О, двери нет. Ни хрена себе. Нет двери. А кто-то здесь... А, нам уже показывали, что здесь еще ребенок был в ванне, который нам кепку отдал. Короче, тут мучили детей. Все понятно. Тут мучили детей. Дом, короче, изменился. Пропал шкаф. Что там было такое? Мне показалось. Наверное, открылась та комната, да? Где этот был? Подперто все. Вот здесь. Нет? Не открылась? Очень странно. Ничего не происходит. Опять загадки-загадочки. Но сердце стучит. Причем так нехило стучит. У главного героя. Значит, где-то что-то, где-то здесь. Недалеко. Где-то что-то, где-то здесь. Вот там кто-то скребется. Я прям слышу. Кто-то находится за этим шкафом. Там, видимо, потайная дверь. Не зря же здесь моргает лампочка. Как туда пробраться? Как это все открыть? И что-то даже зацепок-то никаких нету. Я просто знаю, где приблизительно искать.
Как туда попасть? Чем это сдвинуть? Каким образом должно это сдвинуться? Уже непонятно. Ладно. Надо обращать, короче, внимание вообще абсолютно на все. Вот глаз. Он тоже, короче, изображен типа цветная фотография. Но что с ним делать? Клоун какой-то, дед. Блин, знает. Тут ничего нельзя сделать. Вот фотография с глазом, но я тоже с ней ничего не могу сделать. Может, надо куда-то смотреть? Может, надо смотреть в бинокль? Нет, бинокль не активен. Пиздец, темно, как дома. Хрен понять не могу. Если мы так будем искать каждую букву, то нахрен такая игра нужна? Какими заморочками. Не пролажу. А, мы не были на кухне. Пойдемте на кухню сходим. Дом же ведь изменился, да? Да. Дом изменился, а здесь-то мы не были. Так, красная записка. А, я остался один, но я продолжаю слышать топот по ночам и даже смех, который отсутствовал в этом доме так долго. Ой, блядь. Но это было почти страшно. Это было внезапно, это было почти страшно. Но это было не так страшно. Как в прошлом хорроре, где я там прямо орал. Рал прямо. О, зайчик. О, заяц. Буква А. Так. Я нашел букву А. Куда ее надо ставить? Сюда? Нет. Ой, привет. Ты кто? Пойдем. Куда ты меня ведешь? Ты меня ведешь с собой. Пошли. Покажи мне, где тут, что тут. Тут ничего нет. Окей, он куда-то ушел сюда. О, ты мне открыл дверь. Красавчик. Ох уж эти самоубийцы. Короче, это был доктор. Доктор-врач. Я, наверное, нет. Был какой-то доктор-садист. А, в один момент все зашло слишком далеко. А, еще кого там? Мортуалия получилась слишком настоящей. Мне кажется, что она начала жить своей жизнью. Я нашел в мусорке игрушку покойного мальчика. Уверен, это была она. Игрушку я положил над телевизором, чтобы ее никто не достал. А я начал бояться ее. Постоянно чувствую, что она стоит за мной. Смотрит, дышит мне в спину. Отсутствие сердца сделало ее опасной. О, она сейчас за мной стоит, смотрит, да? Нет. Короче, он сказал, надо идти к телевизору. Привет. Да выходи и побазарим с тобой. Короче, идем к телевизору. К телевизору. О, тут завалено все. Окей. Я знаю, как идти к телевизору. Я уже тут был. Короче, идем к телевизору. А что ты спрятался? Короче, идем к телевизору. Забираем игрушку.
и ставим еще одну букву. Телевизор у нас был в той стороне. Опять победа. Так, я не тягиваюсь, нужно поставить стул. А. Так, теперь вопрос, где взять стул. Вот стул есть. Вот же стул. Возьми его. Это же стул? Или это не стул? Это тумба. Хорошо, ищем стул. А стул у нас где может быть? Он может быть на кухне. Картинка с надписью «Бан». Прикольно. Это тебе ВК Плей дает. Мне вот ВК Плей давал, но он давал мне всего этих два. Два сундучка и все. Там две картинки у меня было. О. Я несу стул. Что там написано? А тебе повезло родиться с таким милым личиком. Прими эту игрушку от меня. Замечательно. ЧСВ бан. У Алия. Показывай мне, куда ты меня ведешь. Что ты хотел мне показать? Наверх. Окей, пойдем. Пойдем наверх. Так. Думал, это записка от окна со света от окна. Картинка. Тут, короче, жили дети. Я понял тебя. Тут, короче, жили дети. Ой, елки-моталки. Кто-то сидел в клетке, да? Какой пиздец. Еще инструменты. Пытки. Пытки, насилие, страдания. Зачем? Для чего? Особенно детей. А наба. Наба. Наба — это значит баба, да? Здорово, чувак. Расскажи мне свою историю. Привет. Привет, Арн. Ты не видел тут такую игрушку белую в виде обезьяны? Я Макс. Мы все тебя знаем. Наблюдали за тобой. Долго ждали. Время тянется очень медленно. Тут холодно и страшно. Я долго искал ее, но так ничего и не нашел. Кукольник спрятал ее от меня, видя наказание. Третий уровень проебал? Да, Монище, давно уж, ты чё. А, я, короче, так скажу. На 10-й день, короче, сезона мест на третьем уровне уже не было. То есть, 10-й день. Все, уровня нет. А что там на замок, замок на входной двери, как его открыть? Дети его повесили, чтобы ты не сбежал раньше времени. Каждый ребенок использовал вместо ключа бирку от своей игрушки, подаренную кукольником, до того, как мы тут очутились. Ты наше спасение. Оно не закончено. Кукольник собрал куклу из наших лучших частей тела. Но не успел вставить сердце в куклу. Но ничего страшного. Скоро она вырвет из тебя сердце и станет доброй. И мы все упокоимся.
Меня ждут мама с папой живым. Ты говорил, что потерял игрушку. Давай я ее найду. Я буду рад. В поисках тебе поможет камера, которую кукольник встроил в игрушку. С помощью них он следил за детьми и отбирал лучших. Доступ к камерам есть в этом планшете. Спасибо тебе, чувак. Пойдем искать. Это где-то под кроватью? Понять не могу, нахуй, где это. Там стоит ребенок. Окей. А где это может быть? Непонятно. Видишь, Амонище, когда начались выплаты на ВК Плей, вот это вот уже четвертый сезон. То есть в первый сезон я взял только, короче, нулевой уровень, вот, а на второй сезон я взял, в первый сезон я вообще ничего не брал, на второй сезон я взял нулевой уровень, на третий сезон я взял второй уровень, и вот сейчас, короче, четвертый сезон, и к четвертому сезону количество стримеров, блять, наверное, утроилось. Потому что стримеров на ВК Плей стало просто пиздец. Я второй уровень-то, блядь, взял, нахуй, там оставалось, по-моему, мест... Ну, не соврать, наверное, мест 26 оставалось, когда я взял второй уровень. То есть сейчас вот, по факту, будут, короче, выплаты. Потом будет пятый сезон, и вообще не факт, что я возьму, блядь, даже второй уровень. Потому что стримеров на ВК Плей становится с каждым днем все больше и больше. Я захожу в категорию «Говорим и смотрим», где смотрят фильмы. Там пиздец просто, блядь. Список, нахуй, бесконечный этих стримеров. У кого там 2-3, у кого 50, у кого, блядь, 250, они там сидят, смотрят, короче, видосы. То есть, блядь, на ВК Плей стримеров реально стало, блядь, пиздец как много. Я просто охренел от этого. А, так, горит свет где-то вдалеке. Это значит где-то в той стороне. Где-то вот отсюда падает свет. Вот моргающая лампа. Вот игрушка. М. Да, вот я про это и говорю, что стримеров на ВК Плей стало очень много. И с каждым разом их становится все больше, больше, больше и больше. Поэтому я и начал стримы, короче, еще делать на Twitch. Потому что, ну, хоть где-то поднимать аудиторию. Так, а что теперь от меня игра хочет? Ну вот, сегодня, короче, я вот смотрю на инди-хоррорах, народу не очень. 7 человек. Ну, видимо, народу не заходят хоррор-игры на хоррор-канале. Нужны всякие AAA-проекты там с продуманным сюжетом. Чтобы там жопу рвало от драмы и от всего остального. Типа какой-нибудь Horizon. Как ее там звали, там, Элойс. Чтобы там была Элойс, она стреляла из луга по роботам. Надо набирать свою, так и я вот и стримлю, набираю свою аудиторию. Так, а чё, планшета-то у меня больше нет, да?
Последнюю букву-то где искать? Пойду на второй этаж схожу. Посмотрю по комнатам еще раз. О! А я же здесь был. Точно. Я же здесь был. Так, а на фотографии НАБА написано. НАБА. НАБА. Ищем, короче, дверь с надписью НАБА. Она, по-моему, где-то была внизу, эта дверь. Это, короче, по-моему, дверь в подвал, про которую он говорил. Здесь висит труп. НАБА. И там, наверное, последний. Вот это вот, вот. А, вот, да, да, вот эта дверь, которая у нас не открывалась. Дверь в подвал. Что это? В детстве у меня не было друзей. Я пытался заменять их игрушками, но они не были такими же живыми. Я сделал свою первую игрушку из расчлененной кошки. Она получилась не такая, как другие. У нее была душа. У игрушки, у кошки. Вскоре я сделал игрушку из птички, собачки, даже человека, которого сбила машина. Я подарил им лучшую жизнь. Я не мог стоять на одном месте, мне хотелось чего-то большего. Так и родился мой последний проект Мартуалия. Мартуалия. Окей, я тебя понял. Короче, это был псих. Псих, который, типа, наверное, украл детей. Детей украл. Делал из них, короче, игрушки. Там делал, типа, короче, друзей. Лопата. Там кто-то закопан. Стопудово. Короче, псих-маньяк. Воровал детей. Делал из них игрушки. Так, наверное, в подвале должна быть... Да, блядь, я же был у лопаты. Ну почему игра-то не дала мне взять лопату? Я вот видел эту лопату. Вот теперь она берется. Сейчас будем, короче, копать. Грабежник. Там девочка лежит. Чё там на... написано. Да ну я не прочитал же. Да. Но я ничего не вижу, алё. Пропусти меня, мать. Ой, я не могу выйти. Что? Я вообще ни хрена не вижу. Все, короче, я буду светить в пол, чтобы видеть. Это, короче, дети, да? Мертвые. Да, 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 это дети. Он, короче, убил всех детей, пидор этот. Мартуалия. Ну и? Ну все, дверь открылась. Теперь я могу свободно пойти домой. Ну, он, короче, убил всех детей. Сделал из них, короче, куклы. Ну и типа все. Детская улица 9. Номер дома это 9, оказывается. Я думал 9 детей. Ну, в принципе, их тут было 9. Улица 9 детей. А шли месяца после того, как я выбрался. Но каждый сон возвращает меня в тот ужасный дом.
Darkly Dead, спасибо. Короче, у пацана теперь психологическая травма. Каждый день он видит, короче, сны про этих мертвых детей, капец. Осознание того, что я уже ничего не могу поменять, сводит меня с ума. Пиздец. Ты повесился, что ли? Ёбаный стыд. Алё, блядь. Он реально, у чувака была психологическая травма, что он повесился. Охуеть, не встать. Не, ну это прям жестко. Это прям чересчур. Все, пиздец, у него кукуха уехала. Все, выход. Шикарно.